Новая акция от магазина «Белорусский фермер» стартовала уже в начале этой недели. Вкуснейшее мороженое, сливочный пломбир, крем-брюле в рожке или на палочке. Абсолютно натуральный состав и вкус детства. До 2 октября у вас есть возможность купить это холодное лакомство со скидкой в 50%. Цены в «Белорусском фермере» и так невысокие, а такие предложения не дают нам шанс уйти без покупок. Магазин «Белорусский фермер» предлагает большой ассортимент свежей, натуральной продукции. Невозможно пройти мимо мясного отдела. Вареные и сырокопченые, деликатесные и оригинальные колбасы. Ветчина, сало, сосиски и сардельки. Многие уже полюбили такой продукт, как намазка. Здесь представлен этот деликатес с зеленью и грибами. Если еще не пробовали, постоянные покупатели магазина «Белорусский фермер» советуют это сделать. Натуральная молочная продукция, творог, сметана, йогурты, сырки в ассортименте. Начинайте день вкусно. Организуйте завтрак от «Белорусского фермера». Напитки чайные, кофе, хлебцы и творожный крем, кондитерские изделия, сгущенное молоко, печенье и пряники. Хочется чего-нибудь вкусненького? Приходите в «Белорусский фермер» на Рыбаков 2/3. Каждый здесь найдет свой любимый продукт. Для людей, следящих за фигурой, котлеты овощные и масло топленое гхи. Для тех, кто не любит готовить, качественные мясные консервы из цыпленка, говядины, свинины или мясные подушечки с разным наполнением. «Белорусский фермер» расширяет свои границы. Теперь здесь можно приобрести не только продукты питания, но и игрушки, косметику, а совсем скоро откроется новый отдел одежды белорусского производства. Дорогие покупатели, рады вас приветствовать в наших магазинах «Белорусский фермер». На этой неделе у нас акция «Сниженная цена на все белорусское мороженое». Всегда неизменное качество, приятный персонал, приемлемые цены в наших магазинах. Всегда рады вас видеть. Скидки на белорусское мороженое продлятся до 2 октября. Не беспокойтесь, если пропустите эту акцию. «Белорусский фермер» будет радовать своих покупателей подобными подарками очень часто. Следите за новостями и желтыми ценниками в магазине «Белорусский фермер» на Рыбаков 2/3.